Работает! Приветствую, друзья! А вы на канале Синий Эльф. В этом видео из обычного аккумулятора от шуруповерта сделаю бесперебойник для роутера с минимальными переделками. Такое сможет повторить каждый, тем более аккумулятор останется полностью функциональным и сможет использоваться в шуруповерте, а изменения претерпит только немного зарядное устройство. Как вы уже догадались, это очень дешманский шуруповерт. Покупали его года 3 назад в эпицентре гривен за 600. Аккумулятор уже еле живой, но где-то 1 ампер-час в нем есть. И этого хватает более чем на 10 часов работы роутера. Замерил энергопотребление своего 12-вольтового роутера, и оно оказалось 0,1 ампера. При этом на блоке питания заявлено 1,5. Итак, начинаю доработку. Для начала разобрал блок зарядки и демонтировал входной разъем вместе с его проводами. Если зарядная вашего шуруповерта в одном корпусе с блоком питания, тогда этот этап можно пропустить, но все равно корпус нужно будет вскрыть. Далее напрямую кабель с блока питания припаял на вход платы заряда. Цель этого действия – освободить входной штекер для того, чтобы подать его уже в роутер. Теперь ту часть шнура, которая с 5,5-мм разъемом, необходимо припаять клеммам, которые соединяются с аккумулятором, естественно, соблюдая полярность. Таким образом, напряжение с блока питания будет поступать на плату заряда и далее на аккумулятор. Аккумулятор будет накапливать заряд, и если в сети пропадет напряжение, будет осуществляться резервная подача питания от аккумулятора. Как только напряжение появится снова, аккумулятор зарядится и так до бесконечности. Первым испытуемым будет мой 12-вольтовый паяльник. Нагревается так же быстро, как и от сетевого блока питания. В общем, все хорошо и отлично работает. Кстати, сделал себе еще вот такую настольную 12-вольтовую вытяжку, для того, чтобы убирать быстро пары свинца с зоны работы. Всем, кто много паяет, рекомендую обзавестись подобной вещью, чтобы не вдыхать концентрированное испарение при пайке. Вот таким образом за 5 минут вы сможете сделать со своего старого комплекта аккумулятора и зарядного бесперебойник для своего роутера. При этом аккумулятор всегда можно отстегнуть и использовать по назначению в шуруповерте.